Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я дома, выходной. Мы целый день практически с мужем ездили по делам. Сейчас вернулись, он опять уехал. Я сходила в магазин и готовлю ужин. Ужин у нас будет сегодня простой. У нас там есть суп, нужно его доесть. И будет у нас селедочка с картошкой. Картошечку я сейчас помою вот эту и в микроволновку засуну прямо в мундирах. Приготовлю, также купила огурчик, помидорчики, селедочка у нас такая есть. Вот. Стирка мне стирается. Вот. Выйду сюда, а то там шумит. В общем, вот так вот. Такой у нас будет ужин. Вообще, сегодня хотела варить борщ, но потом думаю, сейчас уже 16:30. Куда мне его сейчас варить? Тем более, нужно доесть то, что есть. У нас там суп еще остался. Вот. Вот такие вот дела. Погода у нас никакая вообще. Сегодня 1 февраля, но погода такая, знаете, весенняя. Немножко с утра был снежок, так лежал на траве. Сейчас он уже растаял. Вот, а мы ездили в область. Немножко, тут километров 50 от города отъехали. Там прям было много снега. Удивительно прям. Вот. Но когда уже ехали обратно через пару часов, то и там уже его не было, потому что температура плюсовая, где-то плюс 5, плюс 6, наверное. Но знаете, холодно на улице, даже не потому, что как-то градусы низкие, а сыро и так вот как-то неприятная, в общем, погодка такая вот у нас. Дети в школе, Кирилл уже скоро придет, наверное, через полчасика. Вот. Стирка у меня стирается. Вообще, сегодня постельное белье с утра сменила. Но перестирывать не знаю, когда буду. Завтра, если дождя не будет, буду перестирывать на улице, пытаться сушить. Но вряд ли оно там высохнет, потому что влажность там на улице высокая очень. Вот. Так, все как обычно. Ничего интересного не происходит. Работа, дом, работа, дом. Вот у меня 2 выходных. Завтра, может быть, пойдем в кино с мужем, но собираемся, очень хочется, будет премьера, о чем говорят мужчины фильм. Нам нравятся эти фильмы, там сколько частей? 3 части, по-моему, да? О чем говорят мужчины, вот еще одна выходит, очередная. Вот. Так что хотим сходить в кинотеатр завтра. Ну, естественно, вдвоем, это не для детей фильм. Вот. Развеется. Как-то все однообразно. Вот у нас как-то и праздники прошли, так что я постоянно на работе была. И все время вот просто круг какой-то замкнутый. Работа, дом, работа, дом. Муж сейчас в отпуске, поэтому все хозяйство на нем. Я работаю. Ну, естественно, я тоже что-то делаю дома. Но в основном готовит он в последнее время. Вот. Пока в отпуске находится. Ну, уборку я так стараюсь делать сама. Не знаю, что рассказать, что показать. Вначале вы видели кадры, как мы ездили. Дорогу немножко вам поснимала. Кусочек Ростова засняла. В общем, так. Просите меня снимать почаще, но я просто не знаю, что для вас снимать, что показывать, потому что ну, просто все одно и то же. Одно и то же. Когда что-то делаешь, там, например, готовишь, то иной раз неохота включать камеру, потому что на это тоже уходит время. Включи, выключи, установи ее как нужно. В общем, все быстро-быстро стараешься сделать. Вот эти домашние дела, рутинные, да. Вот тут уже не до съемок. Как говорится. Так что вот такие дела. 1 февраля. Третий месяц зимы начался. Последний. Ну, что-то зима у нас так и не пришла. Хотя уже 20 февраля масленица начинаются проводы зимы, да. Но у нас ее еще не было. Напишите, какая погода в вашем регионе. Где-то заметает. Морозы трескучие. А у нас. У нас весна просто. Трава зеленая. Вот такая зеленая трава стоит просто в городе. Вот. В общем, так. Дожди. Вчера дождь такой поливал. Кошмарной воды. Куча. Ладно. Оставайтесь со мной. Я в видео потом добавлю. Можно? Угу.
И снаружи тоже, наверное. Итак, у нас уже следующий день. Я сварила вот такую большую 7-литровую кастрюлю борща. Также пожарила вот такие вот куриные рубленые котлетки из куриной грудки. Вкусненькие. И стираю уже третью стирку. Постельное белье перестирываю. Оно замерзло. Сейчас вывешивала новую партию, а то предыдущая замерзшая. На улице, значит, мороз немножко есть. Вот. Так что так, осталось мне перемыть посуду теперь. Стирать еще буду как минимум 2, а то и 3 стирки сегодня. Благо дождя нету. Можно на улице посушить. Вот. Немножко приберусь. Приведу себя в порядок. Не знаю, может выйти погулять потом. Не знаю, пойдем ли мы сегодня в кино или нет. Вот муж уехал по делам. Вот. Но все равно хочется выйти куда-то погулять. Детей в школу, наверное, провожу. И выйду пройтись. Не хочу дома сидеть. В общем, так, ладно, я сейчас буду заканчивать свои дела и приводить себя в порядок. Надо волосы помыть. В общем, как-то так.